Большое количество людей страдают от головной боли при метеорологических изменениях. В группу риска входят те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы, а также жители крупных городов. Они подвержены плохому самочувствию во время изменения погоды, поскольку неблагоприятная окружающая среда и напряженные условия работы влияют на иммунитет. Продолжительные головные боли объясняются тем, что повышается тонус сосудов головного мозга. Чтобы избежать подобных симптомов, можно делать массаж, дыхательные упражнения, принимать горячие ножные ванны и контрастный душ, употреблять в пищу продукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, железа, кальция и калия.